Главным событием этой недели стало то, что в Петрозаводске зарегистрированы первые случаи чумы 20 века. По горячим следам мы отправились в Республиканский центр профилактики и борьбы со СПИДом. Проблемы синдрома приобретенного иммунодефицита, как и все глобальные проблемы, долгое время была у нас на слуху, но оставалась на некотором расстоянии, не вторгаясь в относительно спокойную жизнь Петрозаводска. И вот тревожный сигнал. Однако в Республиканском центре по борьбе со СПИДом считают, что, несмотря на всю тревожность ситуации, в панику впадать не следует. Если говорить о Карелии, о Петрозаводске, это проблема всего социума. И регистрация одного случая, даже одного, а у нас зарегистрированы единичные случаи, я буду так говорить, это проблема и близких людей, которые, так сказать, живут вместе с этим больным, а эти больные будут жить и достаточно долго жить. Мы будем стараться в силу наших возможностей снизить, уменьшить удар, разрушительный удар вируса на их иммунную систему и у